Она айсларом вот так вот получились у нас красиво. Понравились, да? Ну, конечно, сахар. Кроме вас, больше никто лучше не стрижет. Спасибо тебе большое. Спасибо. Да, не с женой когда придешь? Ой, я не знаю. Когда она говорила в субботу, завтра, я не знаю, что она получится. Ладно. Потому что работа. Поэтому как вот так. Позвоните. Хорошо. Спасибо тебе за то, что всегда приходишь. Нет, сахар. Вам спасибо. Ага, ладно. А что, ты пешком или на автобусе? Да на такси.